Сегодня в микрорайоне Зеленой аллеи звучали пожарные сирены и пахло гарью. Произошло возгорание частного дома, расположенного прямо напротив Малого Тарычевского пруда. Две пожарные бригады быстро прибыли на место возгорания и начали заливать строение водой. Горело сразу в нескольких местах. Пытались отбить от машин все. Вот, отбили. Сейчас уже только остается приливать да разбирать. Поглазеть на пожар собрались местные жители. О том, жилой дом или нет, они точно не знают. Увидел там дверь, то открытая, то закрытая. Ну, вроде бы как никто не жил. А может и жил. Василий живет в новом микрорайоне не так давно, но говорит, что этот дом мало того, что портил внешний вид, но и представлял опасность. Рядом детская площадка и автостоянка. На самом деле такие объекты, как правило, они относятся к зоне риска. То есть, ну, во-первых, мало ли там дети могут, да, какие-то гвозди нарваться. Другое дело, что там могут скопления быть людей, ну, которые, соответственно, нигде не проживают. Я думаю, вот собственникам этих квартир, ну, смотреть на крышу, вот на вот это вот строение заросшее крапивой, ну, вряд ли бы там удовольствие много приносит. Что стало причиной возгорания дома, установят дознаватели.